Сегодня 1 января, и я нахожусь на сухом лимане в гостях клуба «Рыболов Одесса». В 11 часов начинается мастер-класс Леонида Гая «Лов щуки на воблера суспендеры». У меня есть на все 2 часа, поэтому я приезжаю на 15 минут раньше. На первом же забросе первая щука 2023 года, правда, за хвост. Еще несколько забросов и аккуратная поклевка на воблер Orbit 110 в цвете Mad Tiger. Щучий сезон 2023 года открыт. На новогоднем горизонте клуб «Рыболов Одесса». Друзья, всем привет! Я Леонид Гая, это значит клуб «Рыболов Одесса» сегодня снова с вами. Всех с Новым годом и срочно ловить щуку и загадывать желание. Первая щука в году. Сегодня с нами Сергей, Юрий, Кристина и еще один Юрий, которого вы не видите. Ну что ж, друзья, срочно ловим щуку и загадываем желание. Первая рыбалка в году, сухой лиман, щука. Клуб «Рыболов Одесса». Рыбачьте с нами! Давай, езжай, сейчас будем фильм снимать. Езжай. Давай. Добрый здоровье. Хочешь поймать щуку? Ага. Давай прямо здесь поймаем. Нет, как бы желания просто ее поймать. Мы приехали поймать так, как мы хотим. А сегодня мы будем ловить на вот такие вот воблера суспендер. Ага. Вот. Судя по количеству отметин на нем, да, понимаете, да, что ему уже доставалось. Ну что, идемте перелезть. Дальних забросов планировать не будем. Видишь, эта приманка немножко приводняет. Она должна стать свой горизонт. Сейчас солнце светло, поэтому Лёна, совсем скользит. Да? Она не будет. Вот смотри, если она есть, она выскочит прямо здесь. Я специально провожу тут, где видно, тут видно. Еще один. Клуб «Рыболов Одесса». Мы научим вас не только ловить рыбу, но и отпускать. Рыбачьте с нами. Ну, на сегодняшний день там одни из самых интересных воблеров. Все мы их знаем уже лет десятилетия буквально. Тини Магалон. Ну и, конечно же, довольно много фирм, которые хотят создать реплики. Ложите рядом. Не так? Да, ложите рядом. Которые пытаются создать реплики, которые, ну, тоже, вероятно, ловят рыбу. Ну, я думаю, по количеству зубов на воблерах вы видите, какой все-таки рыбу ловит. Ну, то, что воблера уловистые и волшебные палочки у нас в руках, вы уже, наверное, давно догадались. Я даже не знаю, показывать ли вам основной секрет. Показывать?
Блин. О. Замечательные щуки ловят вот здесь на сухом Ливане. Стреляют как из пулемета. Можно поймать ровно столько же, это как в футболе, когда бразильцы говорили: вы забьете нам столько, сколько сможете, а мы столько захотим. Клуб рыболов Одесса, рыбачьи с нами. На естественный ловится. Угу. Сейчас вытаскивай сейчас. Да? Вытаскивай. Опа. Так, ты быстро тянешься. Пацак такой громадный. Не, ну специально. Чуть-чуть. Что поймается, что не поймается. Клуб рыболов Одесса, рыбачьи с нами. 1 января 2023 года. Клубом рыболов Одесса на рыбалке. Первый улов в этом году. Все, с Новым годом! Клуб рыболов Одесса! Рыбачьи с нами!